Сегодня в школах Кашхабльского района прошли масштабные антитеррористические учения, ключевыми задачами которых стали закрепление умений и навыков по разработанному алгоритму действий в условиях террористической угрозы, психологическая готовность при их выполнении, проверка готовности систем оповещения при угрозе террористического акта, а также отработка информационного взаимодействия со службами безопасности. В мероприятии приняли участие сотрудники полиции, МЧС, Росгвардии. Сотрудниками школы был отработан план мероприятий по обеспечению безопасности при установлении террористической опасности. В целом учебные цели и поставленные задачи выполнены полностью. Ручки взяли. Те, кто не дописал, работу, пожалуйста, работу. Террористическая атака. Всем укрыться в кабинетах и забаррикадировать двери. Повторяю, террористическая атака. Сторонний человек на территории, что он сделал? 961-960-му. Игнатьевская школа, посторонний человек в здании. Алло, добрый день. В Игнатьевской школе номер 10 обнаружен неизвестный подозрительный предмет, напоминающий взрывное устройство. Директор школы Хубсарокова Андрея Мухамедова. Начинаем эвакуацию. Не спеши, не спеши.
конце коридора налево.